Какие практики практиковать, не могу вам сказать, потому что у всех у вас разный как бы, уровень развития, разные способности. Любые практики, которые будут изменять энергию, они будут позитивны. Любые. То есть, если вы будете влиять на свою жизненную энергию, эта энергия будет в конечном итоге благо оказывать и вам, и окружающим вас людям.